Девочки, добрый день, большое спасибо, что вы с нами. Давайте знакомиться, расскажите о себе. Меня зовут Бахт. Я вообще индивидуальный предприниматель. Все время вот про вашу программу услышала, и вот пришла к вам преобразиться. Все время хожу в брючном, в спортивном. Ага. Хочу быть женственной. То есть вы любите брюки, рубашки, штаны, да. Более такую, ну, нельзя сказать мужскую, но скажем, унисекс одежду, да? А почему захотели быть женственной? Ну, сейчас вот весна, скоро у меня день рождения. Ох, вот это здорово. Кстати, я, конечно, вижу, что у вас очень много мужской энергии, то есть у вас такая уверенная стойка, да, вы такой очень сильный человек, но тем не менее, мне кажется, у нас получится достать эту прекрасную женщину, тем более, что есть желание. Да, мы сегодня будем работать и с лицом, и в целом с образом, и, кстати, вот по уходу за лицом Бахт поможет новая серия, это комплексный уход, новый Age Time Restore от Oriflame, и я думаю, что кожа нашей героини в финале будет выглядеть уже совсем иначе. Здорово. То есть вы сегодня не только получите советы профессионального стилиста и визажиста Ирины Хабер, но еще и за вами поухаживают, омолодят вас. Это же здорово. Вот так вот, девочки, такое удовольствие мы здесь получаем. Я тогда вас оставляю, вы пока определяетесь с нарядом, но мне кажется, здесь имя тоже имеет, так скажем, свое влияние на характер. Бахт. Счастье, которое приходится и на мужчину, и на женщину. Имя очень универсальное, поэтому не преврати совсем Бахт в такую фею воздушную, Ира. Пусть она останется немножко такой с мужской силой, твердым характером, но при этом шикарной женщиной. У тебя получится. Хорошо, я постараюсь. Пойдемте посмотрим наряды. Ирина, как удалось подобрать наряд для Бахт? Очень легко, потому что Бахт, видимо, она такая невредная, бывает же, да, что иногда очень сложно подбирается образ, но в этом случае у нас все прошло очень легко, мы подобрали вечерний наряд, так как у нашей Бахт праздник, день рождения, да. Давай посмотрим, да. Бахт, если вы уже оделись, мы вас ждем, выходите. Бахт! Проходите, пожалуйста, к зеркалу, полюбуйтесь на себя. Бахт, вам комфортно в этом платье? Я понимаю, что не каждый день родину спасать, а именно на вечер. Очень комфортно. Комфортно. Везде все это самое, только немножко вот... Газовая юбка смущает, но здесь как раз-таки очень прямой силуэт, да, прямой, полуприталенный. Вот за счет украшений, да, этих небольшого декора и газовой юбки, и обрати внимание, оттенок туфель, который мы подобрали, да, он такой немножечко золушкин. Да, мне тоже нравятся очень такие оттенки, да. Сейчас это очень актуальный оттенок, и самое главное, это на самом деле эти вещи очень универсальны. Вы сможете эти туфли носить с любым абсолютно нарядом. Это и брюки, и юбка, и платье. Бахт, мне очень нравится ваша статная фигура. Я вижу, что вам комфортно, но именно вот этот вот такой незамысловатый, при этом интересный низ, он все же, наверное, и дарит. Действительно, женственность этому образу и вытягивает. Девочки, ну, конечно же, как мы и обещали, нам нужен уход, конечно, и макияж с прической. Я рекомендую вам настоятельно комплексный уход новый Age Time Restore от Oriflame. И смотрите, здесь идет 6 позиций, которые нужно использовать каждый день. Дневной ночной крем, да, утром и вечером, это обязательно. И теперь смотрите, каждое утро и вечер, когда вы умываетесь, вы наносите сначала молочко, затем тоник. Для чего нужен тоник? Для того, чтобы нанести сыворотку, которая более глубже проникнет в кожу, и кожа будет максимально увлажненной. После сыворотки вы наносите, либо если это у нас день, вы наносите дневной крем, если вечер, вы наносите вечерний крем. Ночной крем очень важно, чтобы вы наносили вечером крем хотя бы за час до сна. Это на самом деле очень важно, и об этом говорят все косметологи. И также не забывайте про сыворотку для губ и вокруг глаз. Это тоже очень важно. И после недели применения вы увидите, что ваша кожа будет выглядеть уже гораздо лучше, она будет более увлажненной за счет стволовых клеток растений, ваша кожа получит максимальное увлажнение, которое
она требует. Бахыт, но одно условие у меня есть для всех наших героинь. Наши девушки не участвуют в процессе мейкапа и укладки своими советами и рекомендациями. Вы закрываете глаза и не смотрите на свое отражение в течение всего процесса преображения. Договорились? Хорошо. Доверьтесь профессионалам. Ирина, выключай свет. Ну а теперь, пока наша героиня преображается, я рекомендую вам посмотреть добрую благотворительную рубрику «Я с тобой». Вау, Ирина, вы уже закончили. Да, я вот уже детали мелкие поправляю. Давайте на раз, два, три включим зеркало и позволим Бахыт увидеть новую себя. Раз, два, три. Та-дам. Бахыт. Не узнать. Не узнать? Бахыт, я предлагаю вам встать и посмотреть, как Яша прическа смотрится вместе в образе. Не торопитесь, угу. Подойдите с удовольствием к зеркалу, подойдите поближе, угу. Полюбуйтесь на себя. Как ваши ощущения, Бахыт? Я понимаю, предвосхищая ваш ответ, что это, наверное, ярко. Да, очень ярко. Я думаю, спасибо. Вы запомните надолго этот день и нашу встречу. Адель, обрати внимание на состояние кожи Бахыт. Даже от одного использования комплексного ухода Novage Time Restore уже у нас состояние кожи изменилось. Она стала более гладкой и упругой. Я думаю, что если Бахыт послушает меня и будет каждый день использовать утром и вечером этот комплексный уход, то через неделю как раз к дню рождения ваша кожа будет очень благодарна вам. Бахыт, а я хочу вам сделать комплимент. У вас, а это большая редкость для женщин, блестящие сияющие глаза с такой вот улыбкой внутри. И мне кажется, не зависит от того, это, как мы вас накрасили, профессионально ли вы обратились там, к визажисту, сделали ли вы укладку. Когда вам хорошо внутри, эта женщина дает искру. Спасибо вам огромное за то, что вы позволили нам сегодня полюбоваться вами. Вам спасибо большое. Большое вам спасибо. А я напоминаю, каждая наша телезрительница может стать участницей рубрики «Я самая красивая» и сказать себе эти заветные слова, увидев себя в зеркале. Вам нужно только оставить заявку, все соцсети работают для вас круглосуточно. Напишите свою историю, объясните, почему вы хотите прийти к нам на программу и что вы хотите нового найти в себе и увидеть в отражении зеркала. И я думаю, что обязательно мы с вами встретимся. До новых встреч! Thank you.